я такая вот красивая, с таким красивым цветом, нанесла масочку, и у нас с вами начинается новый влог. Да, вы сейчас только что увидели, как я умывалась, очищала кожу полирующим скрабом, смывала все вот таким вот спонжиком, который уже пора, кстати, заменить. И сейчас я нанесла масочку на мезомаска для век. И масочку нанесла на все лицо. Вот это вот эффект салонных процедур. Третье направление. Очень классный запах мне понравился вообще. Какой будет эффект, посмотрим. Решила вот так вот сегодня начать наш влог, чтобы показать, как я делаю вечерний уход, очищение и, соответственно, уход за лицом, что я делаю постепенно. Поехали! Ну все, девчонки, смыли мы маску с век и с лица. Вот такой вот результат. Знаете, во время маски вообще не покалывала, ничего не стягивала. То есть нормально, прям ощущение очень комфортно. И сейчас после вообще тоже так чувствуется увлажняющий эффект. Нету прям никаких там, знаете, сухости там или еще что-то, когда вот хочется нанести кремушек. Нет, все замечательно, все нормально, то есть как бы вот такой вот результат. Результат довольно такой неплохой. Теперь после того, как мы сняли косметику, очистили, походили с масочкой, что я хочу сделать? Спонжечком протереть тоником. Это корейская косметика Элизабека. Пока буду протирать, хочу рассказать об этом тонике. Что могу рассказать и даже посоветовать? Я могу этот тоник очень-очень даже посоветовать, потому что тоник мне очень сильно понравился. Совет, дайте ему впитаться, то есть не сразу наносите какой-то уход, там крем или еще что-то, дайте ему впитаться, и тогда у вас будет еще лучший результат. Так, наш тоник впитался, он уже проявляет себя, вот, и после этого можно нанести либо ночной крем, более такой впитывающий, увлажняющий, жирный можно, то есть то, что у вас есть из ухода. Я иногда наношу вот такую вот, этим тоником я протираю каждый вечер, иногда наношу вот такую вот несмываемую масочку, которую я получила в новой посылке белорусской косметики. Что могу сказать об этой маске? Здесь написано 45+, но не обращайте на это внимание, я даже советую эту маску, ну 35+ точно. Запах обалденный, ощущения после нее обалденные. Просто вот одно наслаждение и комфорт действительно наносить и радоваться. Ты чувствуешь действительно, что ты совершаешь уход. И после этой маски она хорошо увлажняет, она хорошо впитывается. То есть не надо бояться испачкать там подушки или еще что-то. Потом на следующее, то есть утром, когда вы встаете, вы чувствуете ваше... Кожа, она вам отвечает спасибо, и она увлажненная, она пропитанная, разглаженная. То есть эффект очень мне понравился, всем рекомендую, советую, обязательно вот прям буду тоже заказывать. Или я наношу после такого тоника, так как я сейчас внедрила кислоты ретинол в свой уход, это делаю, конечно же, на ночь, что я вам рекомендую. Не забывайте с утра наносить крем с SPF, лучший крем. Я еще наношу вот такой вот ретинол, да,
Так, ретинол 1%, я его покупаю на iHerb, пожалуйста. И не могу сказать, что я его наношу прям каждый день, каждый вечер. Вот такой лопаточкой, ни в коем случае не руками. Он такого желтенького цвета, очень кажется легеньким. И на первый взгляд подумаешь, что ну какой он может принести результат. Нет, результат есть, все есть, вы не переживайте, он делает свою работу. Но результат не бывает за один день. То есть, когда вы им попользуетесь месяц, вы увидите сразу результат. У меня уже его остается очень мало, к сожалению. Но обязательно я вновь его закажу и вам рекомендую. Вот. Может быть, там нету явных выраженных каких-то покалываний во время или потом там шелушений, что вы снимаете. Может быть, у кого-то и будет такой эффект. У меня этого эффекта не было. И вот такими легкими движениями массажными чуть-чуть вот здесь, сюда вот. То есть обязательно вокруг глаз мы отступаем и вокруг губ на шею наносим и втираем, как кремушек обычный. Все. И он будет впитываться, он принесет свой результат. Обязательно это сделайте за 30-40 минут до сна. Ну, чтобы он, конечно, у вас не остался на подушке, а остался на лице и принес свой эффект, да? Вот такой вот. Уже вот у меня сейчас уже впитывается, потому что тоник подсушивает немножко. А этот кремушек, он все-таки дает увлажнение. И когда вы будете им пользоваться, ну, минимум месяц, вы увидите колоссальный результат, я вас уверяю. Вот нанесли мы кремушек и спокойненько можем теперь пойти посмотреть какой-то фильм, сериал и так далее. Кстати, по поводу сериалов тоже хотелось попросить, если кто-то может посоветовать, что вы сейчас, расскажите, что вы сейчас смотрите. Какие-то, может быть, фильмы интересные, что-то вы можете порекомендовать, или сериалы. Я посмотрела, ну, все серии. Вообще подсела, знаете, на какие сериалы? Кто-то на турецкий подсела, я на русский. И смотрела «Мажора», вот третью часть, третий сезон, там полностью пересмотрела. Потом какие-то еще там сериалы тоже я смотрела. Ну, короче, это. Сейчас, кстати, смотрю там, ну, там сериал, 4 серии. «Динка Москвичка». Новый фильм был. Я не смотрю по телевизору, я смотрю все на айпаде. Не очень люблю рекламу. Вот. И поэтому, как бы, вот, пойду смотреть сериал. Всем желаю спокойной ночи. Завтра мы с вами увидимся. У нас будет с вами целый день продолжения влога. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До завтра. Да, кстати, девчонки, чуть не забыла. Обязательно мы не должны забывать делать уход для наших губ. Советую вам Кармакс. Тоже сайт iHerb. У меня с клубничкой. Прямо сейчас я нанесу. Очень приятный запах. Чтобы наши губки пропитались и увлажнились. И также обязательно, обязательно наши ручки не должны страдать. Девочки, всем привет! Сегодня я вас приглашаю вместе со мной собираться. Вчера мы с вами делали уход, я показывала, как я делаю уход, что зачем следует. Сейчас вот встали, позавтракали, надо собираться, потому что очень куча дел, еще не очень себя важно чувствую. Заложила нос, и какое-то есть недомогание, герпес выскочил, как всегда. Но время идет, и нужно как бы собираться делать дела. Сегодня у меня запись педикюра, будут мне делать педикюрчики. Значит, увлажнила кожу, нанесла праймер. Праймер у меня сегодня от Catrice марки. Вот такой вот он немножко как бы дает и, ну, как праймер действует, и немножко он это подсвечивающий. Так, нанесла тональное средство, тоже сегодня нанесла от Catrice. Тональное средство начала наносить кистью, закончила спонжем. Короче, бывают такие дни, когда вот прям не идет вообще макияж и ни к селу, ни к городу. У вас тоже так же, как и у меня.
Вот. Сейчас хочу, кстати, оформила брови. Брови у меня я оформляю такой вот штучкой от Sephora. Ой, как он называется правильно, даже не знаю, сейчас вы не увидите. Ну, там как бы такой этот спонжиком, то есть докрашиваю какие-то, если волоски что-то там не хватает. И, как всегда, мой любимый карандашик от MAC в оттенке Флинк. Да, оттенок Флинк, да. Ну, очень классная холодного оттенка. У меня брови холодного оттенка. Я немножко как бы дооформляю. Вообще у меня как бы на бровях татуаж. Я немножко дооформляю все. Ну, дальше поехали вместе. Будем делать, значит, Герлен Метеориты. Я нанесла тон. Консилер, кстати, нанесла, да, под глазки. Estée Lauder консилер. И сейчас хочу это все закрепить. Метеоритами, потому что они очень классно пахнут, вообще обалденно, мне так нравится этот запах. Вот, и пудрой я в основном в последнее время не пользуюсь, но все мои милые девочки, я сама докрасилась, не могу я пока что краситься на камеру, но ничего, вроде получилось нормально. Такой вот у меня сегодня макияж, и такая вот у меня губная новая помада. Очень мне нравится. Взамен тех, которые я выбросила. Это губная помада от Maybelline. Новая их там серия вышла. Вот так вот. Холодные оттенки. Я люблю холодные оттенки. Я вообще холодный цветотип. И мне очень нравится. И вообще в последнее время начала пользоваться такими темными помадами. Раньше только нют-нют, а сейчас что-то у меня вот переклинивает. Ну что, девчонки, сходила я на педикюр, сделала ножки, как новая жизнь появилась, всегда так. На мне вот такой вот лук, вот такой цветшот, такой-то немножко кислотный, что ли. Короче, я его сильно люблю, он такой освежающий, классный. Под этот макияж очень сильно идет. Вот, теперь побежим дальше. Будем гулять и пойдем в ОК. Там, оказывается, какие-то сейчас акции на шампуни, на дезодоранты, на все остальное. Ну, наверное, в честь Черной пятницы тоже надо же что-то сделать. С собой вас не возьму, потому что очень-очень много народу. Ну, как бы пока что не привыкла к этому. Но в скором времени обязательно. Но обязательно покажу то, что купила. Все, побежали. Девчонки, пришли мы с прогулочки. Нагулялись вдоволь, погода очень классная, и купили несколько покупок, хочу вам быстренько показать. Зашли в подружку, я гуляла с сыном, вот зашли мы в подружку, я кое-что себе купила от такой компании Deka. Это у нас идет первое, что спонс для очищения лица, стоит 139 рублей, уже видите, да? Это у нас идет для умывания спонжик, очищает кожу от всех видов загрязнения. Деликатно удаляет роговевшие клетки, избавляет от несовершенств. Ну, короче, туды сюды. Вот, вот такой вот спонжик. Ни разу не пробовала, хочу попробовать. Вроде такой интересный, толстенький. Мой уже все пришел в негодность, надо выкинуть, но этот нормальный. Думаю, что будет хороший. Потом вам расскажу, увидите в домашних влогах. Дальше взяла вот такой вот еще Конжаковый спонж из коньяку 229 рублей. А, тоже, значит, умываться, тоже там маски смывать и вообще умываться. Ну, думаю, что тоже хороший. Не знаю, как именно этой компании, но посмотрим. И вот такой вот взяла я спонж. Он надевается на палец. 349 рублей стоит. А, спонж для макияжа на палечный. Ну, для нанесения тональных средств, каких-то там этих растушевочных, значит, что здесь, ну, идет растушевки, либо их текстур на все лицо. Ну, тоже попробую, посмотрю, что как себя представляет. Вроде как бы в магазине говорили, что нормально. Чуть мне не фокусируется, что нормальный. Ну, посмотрим. Это я в подружке купила, значит, и мы поехали в ОК. Там была акция на практически на многое. Что, наверное, в связи с Черной пятницей.
Купила два дезодоранта, вот таких вот мужских, для своих, для сына, мужа. Вот, запах. Мне нравится именно вот эта вот компания дезодоранты. Очень люблю их. Вот. И вот запахи выбрали. С ним выбора полно. Отличные. 159, что ли, рублей стоил. Ну, короче, классные. Вот эти два дезодоранта купила им. Купила такое вот банное натуральное мыло специально для мытья своих кистей, чтобы вот отдельно хранилось. Что-то как бы я вот подумала, буду мыть обычным мылом. То есть не жидким, не гелем для душа, а вот обычным. Попробую, чтобы был лучший результат. Взяла с ватные диски Аура. Ну, ничего, таки нравятся они мне. Себе специальные для макияжа положить в свой туалетный столик. Дальше взяла, значит, по поводу зубной пасты. Сплат, зубная паста. Люблю очень эту пасту. Blackwood. Черная паста с активированным углем. Эффективно отбеливает эмали. Так, длительная свежесть дыхания, забота о деснах. Для сильных духом, как говорится. Новая какая-то у них упаковка. Не знаю, отбеливающий. Беру все пасты всегда отбеливающие. Вторую взяла пасту, вот этот блендомет. Вышла у них новая какая-то линейка. Комплекс экстра отбеливание с двойной системой отбеливания. Мята. Там такие есть частички мяты. В самой пасте должны быть, как показывала. Немножко я другую раньше брала. Брала голубую. Это, видно, беленькая. Ну, вот такая вот паста, да. И вот такая вот. Сейчас покажу. Вот, сфокусировалась. Мне очень нравится, то есть нормально. Дальше переходим, давайте, на шампуни. Первый шампунь я беру вот эту чистую линию. Мне очень нравится вообще компания «Чистая линия». Дело в том, что подделывать их нету смысла, и, соответственно, как бы компоненты, они все, что делают, то ложат, на самом деле так и есть. Мицеллярный мягкий шампунь бальзам, 2 в 1, без силиконов, 80% от отвар трав, хлопковое молочко для частого мытья, для всех типов волос. Я в основном, у меня сын моет этим шампунем, потому что часто моет голову. Ну, я тоже нет-нет, все равно мою, потому что голову я мою 2 раза. И первый раз я могу помыть чистой линией, а второй раз уже, допустим, с каким-то своим шампунем. Вот. Ну, классная фитотерапия, чистая линия. Скидки были очень хорошие, я говорю. А на, кстати, да, на вот эти вот зубные пасты были скидки. Я сейчас не помню, почем, очень хорошие тоже скидки были. На дезодоранты я сказала. Вот то, что касается на шампуне, там этот, сейчас покажу вам бальзам, тоже были скидки. Следующий шампунь взяла на пробу, ни разу не пробовала. Гарниер новый фрутис с активным концентратом фруктов, сос восстановления. Взяла для себя. Я блондинка, осветляюсь. Сос восстановления, укрепляющий шампунь, восстанавливает керофил плюс масло амлы. Вот такой вот шампунь без парабенов. Секущиеся и очень поврежденные волосы устраняет 1 год повреждений за 3 приема. Ну, посмотрим, как пишут. Значит, посмотрим, как будет. Ну, запах вообще классный. Нюхала, очень запах хороший. Ни разу не пробовала. Отзывы вроде хорошие, хвалят его. Вот решила попробовать. Взяла следующий шампунь в парочке с бальзамом. Это уже белорусская компания. Нашла в Окее. Как-то раньше не обращала внимания, может быть, были, не встречала. Битекс компания. Совершенные волосы, BB 12 эффектов. Шампунь преображения для восхитительной красоты волос. Для всех типов волос тоже идет. Посмотрим. Тоже, кто пользуется белорусской косметикой, я знаю, что хвалит его. К нему идет такая вот маска. Бальзам даже преображение. Это не маска, а бальзам. Ну, в таком вот тюбике, да. Вот. Ну, посмотрим, как будет, какой будет эффект. Все расскажу. Как будем пользоваться. И тоже последний из белорусской Белита. Взяла гель для душа. Увидела. Что-то тоже стоило там 130
рублей. Крем-гель для душа, нежное очищение. Нежно очищать, глубоко питать, сохранять красоту и молодость кожи. Козье молоко и активный пробиотик Белита. Ну вот посмотрим, попробуем. Вот решила сразу вам отснять, побросала все на кровать. Решила отснять, а то сейчас же все разберут, кому что надо. Поэтому красивенький. Посмотрим, какой он будет. Ну вот все, это все покупочки. Так что спешите в Окей, там хорошие сейчас пока что скидки. И вот такую вот шапочку марка Резё... как правильно? Резёрт. У меня с произношением не очень. Сын учит английский, у него хорошо. Купила себе шапку, искала шапку вместо черной. Увидела такой глубокий синий цвет. Очень глубокий. Люблю такие глубокие оттенки. Я вообще по оттенкам, по цветам западаю. Даже вот это вот постельное белье, которое из Икеи. Вот видите, как оно сделано? Это икеевское постельное белье. Я его очень сильно люблю. Вот простыня очень синяя, такая глубокая. Вот такая вот шапочку увидела, померила. Мне понравилось. То есть такая дорогая. Люблю, когда есть полоска. Вот, мягкая очень на ощупь. И есть полоска вот такая вот. И она как бы вроде как бы одинарная. То есть нет, не двойная, но в то же время плотная. Очень красивая, очень классная. Мне понравился такой цвет. Люблю очень сильно. Ну, все, это все покупочки.